В октябре в Йошкар-Оле начнется комплектование вновь созданных детских садов. Об этом нам сообщили в городском управлении образования. Напомню, до конца года сразу 3 здания вернут в муниципальную систему дошкольного образования. Это объекты по адресам Лозова, 17, Петрова, 3А и еще одно здание в 9-м микрорайоне. Таким образом, в столице Мариэл во вновь созданных детских садах будет открыто 425 дополнительных мест. Плюс к этому за счет внутренних резервов очередь дошкольного учреждения планируется сократить еще на 500 человек. Подобная работа ведется и в районах республики. Накануне, после реконструкции, детский сад открылся в поселке Руэм. Детский сад, начальная школа, детский сад. Именно такой путь пришлось преодолеть этому зданию, построенному еще в 70-х годах, чтобы вернуть свой первоначальный статус. Родничок, такое название дали новому садику, рассчитан на 100 детей. Набор в группы еще продолжается. Мы, к счастью, ни одного детского садика в районе не закрывали, когда был спад рождаемости детей. Мы их как-то там назначение меняли, но как появлялась необходимость, мы их срочно пускали в эксплуатацию. Поэтому у нас такого резкого скачка не было. Но все равно рост рождаемости детей и у нас сказался, причем очень сильно. Работы по реконструкции здания продолжались почти год. Объект был включен в республиканскую адресную инвестиционную программу. Стоимость проекта около 18 миллионов рублей. От старого здания остались только стены. Все выполнено по новым требованиям и стандартам. Заменили инженерные коммуникации, организовали автономное освещение. В каждой группе установили бойлеры. Дети в основном двухлетки. Одна группа ребят старшая подготовительная, то есть на следующий год им уже в школу. Кадрами мы укомплектованы на все 100%. У меня воспитатели и младшие воспитатели. У меня сейчас все полный комплект. Я очень благодарна всем, кто пришел сюда ко мне на работу. Это и бывшие сотрудники, с которыми я работала. Бывшие напарницы мои, с которыми я когда-то работала воспитателем. Есть у нас и два молодых специалиста, это воспитатели и медик. Кроме этого детского сада в Медведевском районе нынче одну группу открыли в детском саду в Пижме, еще одну в Русском Кукмаре. Уже завершены проектные работы на строительство типового детского сада на 280 мест в самом поселке Медведево. Возможно, что уже на следующий год объект будет включен в республиканскую адресную инвестиционную программу, после чего начнется строительство еще одного дошкольного учреждения.